Вид отсюда на десятку. Но рытвины на дороге серьезный недостаток. Шею сломаешь. Надо бы подлатать. Где вход? Ты месяцами не звонишь. А появляешься потому, что тебе вздумалось срочно продать дом в Тоскане? Дом, который пустует уже 20 лет. Немного подкрасим и продадим. Тоскана – это романтическая идиллия, поэтому сюда и приезжают люди. А в этом доме стены выглядят так, будто их расписывал Муссолини. Не советую заходить в ванную какое-то время. В раковине огромная ласка. В буквальном смысле. И какой план? Ласкелла. Фурету. Похоже на крысу, такая. Размером с багет. Крыса как багет. Приехали в отпуск? Продаю старый фамильный дом. Я обожаю этот дом. Хотите купить? Могу расплатиться ризотто. Сколько порций принести? Свет красиво падает на окна. Дыхание перехватывает. Нет, это всего лишь пыль. Почему вы продаете дом? У Джека воспоминания о нем не самые лучшие. Я слышала о твоей маме, Джек. Мне жаль. Я ничего не помню. Ты не помнишь, а я не могу забыть. Этот дом – часть семейной истории. Рано или поздно все друг друга подводят. И то, как ты с этим справляешься, это любовь и есть. Они говорят, что все починят.